это все организуют здесь, вот этот совместный хоровод? Ну что, друзья, встречайте. Хореографическое изобразительное ансамбль национального танца «Ангара» встречает! Шаманский обряд сейчас будет проходить. Бриж бүгіне бір кер құрғатты, тенар ұды ұтты. Нере бұғатны дейшін ұрғы көтті. Қызырын шарылын таймерін шезен шайы ұғыды бұл өрікті. Қанжай бұқты, бұрын құғыя қарғын, қақымын тұлы, ұғыда зүр бұғы қатты. Мүтке қада қаруғады көкті, шатқа қада қамалсады көкті. Бағыл дәрінін тұлы мүмгін бұқты, күні емінді құрық өкті. Бүкіл мұндылғы дәр өре өзінде, жігіде дәрінде зәр болыны, ямыршы зон, дүлғы көр ебіні, ямыршы қопсады, ямыршы шырағынды, жігіде анықты, бұрқыны өрді, барында әділіпті. Не надо забывать об этом. Первая заповедь – не укради, чужого не бери. Не убей, не твори варварские дела. Не грабь, не власть чужую семью. Не позорь свой род, не умением что-то делать. Учись делам. Уважай старшим возрастом, не беречь им, слушайся их. Молись во веки веков своих предков. Помоги младшим по возрасту, помогай советам. Спиртное не пей, выпил, сиди дома, не показывайся на людях. Помни, что ты родился, чтобы славить и множить благие дела своих предков, передавать свое умение своим потомкам, воспитывать своих потомков, чтобы оставили недобрый след во имя славных ваших отцов. Будьте достойными продолжения своего рода. Будьте самым примером славы и доблести. Помни, дети твои будут жить именем твоим, во имя их здравия и благополучия. Не переступай, не наступайте на порог. Сэр, не бери мзду, знаешь, укажи, можешь, помоги, ибо чужое добро тебе впрок не пойдет, потому как у каждого добра есть свой хозяин.
Перед Богом мы равны. В какой бы одежде ни ходили, какие бы молитвы ни читали, люди разной веры должны жить в мире, провозгласил Чингисхан. Мы вновь станем братьями. Мир совершенен, когда им правит Всевышний. Вечно синее небо. Еще раз праздником. Ну а сейчас я хотел пригласить на нашу сцену для приветственного слова мэра города Иркутска Бердникова Дмитрия Викторовича. Друзья, встречаем! Удан жаргалты болтаге. Болтаге! А теперь по-русски. Дорогие друзья, земляки, поздравляю всех с замечательным праздником Белого месяца. Здоровья, долгих лет жизни всем и процветания. Мир всем, счастья и добро. Господин Шоткинов, подойдите, пожалуйста. Получите приветственный адрес. Спасибо. Нас всех поздравляют с Агаганом. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Ну а сейчас для приветственного слова приглашается директор Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры, Центр культуры коренных народов Прибайкалья, Амагзаев Александр Андреевич. Почему Прибайкалью? Аленка, переводи. Я хочу поздравить с нашим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья. Урядал хэн-хэдэн. Ихэм лжа, Аллах лжа. Но немножко поближе друг друга, также под локотки возьмем соседей. И так вот. Ой, елки-палки. Так, шагаем правой ногой в центр, и мы представляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Руки в руки. Левая. Правая. Левая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Спереди. Сзади. Спереди. Сзади. Молодцы. Идем, 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 идем. Отлично. Идем в центр. В центр. Вопрос, кто первый раз пришел? Есть такие, да, не понимают, что происходит. Так, хорошо, кто был уже в прошлом году? Кто каждый год ходит? Молодцы, отлично. Ну что ж, давайте разучим первое движение Ихилицкого Йохара. Движение очень простое, несколько правил. Йохар, мы танцуем по солнцу. Итак, друзья, первое движение. Шаг, шаг правой ногой. Центр круга. Представляем к ней левую ножку. И обратно. Поехали. И в круг. Из круга. И руки добавляем. Раз, два. Молодцы. И в круг. Из круга. По кругу двигаемся. По солнцу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз. Мужчина, не успеваете чуть-чуть? Так уверенно не успеваете, как будто вы правильно делаете. Хорошо. Молодцы, друзья. Все получилось. Да, второе движение. Делаем шаг в левую сторону, представляем к ней правую ножку. Поехали. И раз, два, три, четыре. Руки добавляем. И влево. Влево ручки. Влево.
влево, влево, отлично, влево, и раз, два, три, четыре, молодцы. Так, ну что ж, давайте третье движение закрепим. Йохар у нас, как всегда, ускоряется, поэтому правая ножка впереди, правая впереди, делаем вот такой паровозик, раз, два, три, четыре, и руками добавляем, по кругу движемся, и раз, два, три, четыре, быстрее, 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 оп, быстрее, еще, еще, быстрее, быстрее, быстрее. Танцуем, танцуем пока. Поехали в первый, еще раз. Кверху. И не круга. Движение, друзья, надо будет перейти резко на галоп. Приготовились. Поехали! Хоп, быстрее! Хоп! Хоп! Быстрее, быстрее! Хоп! 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 Все домой, до свидания. Йохар, Сергей, ну что, друзья? Первый Йохар был Эхилицкий. Скажите, вы... Косичка будет движение называться. Смотрим на ноги. Правая нога впереди. Так, в сторону левая. Теперь правая сзади. Поехали. Теперь посмотрим движение. Правая впереди. Раз, два, сзади. Три, четыре, пять, шесть, сзади. Семь. Руками не забываем работать. Молодцы. Плечами добавляем. Три, четыре, шесть, семь, восемь. Молодцы, остановились. Теперь третье движение. Мы все вместе идем. Восемь шагов. Центр раз, круга. Два, три, четыре. Центр круга. Восемь шагов. Пошли. Восемь. Раз. Раз, два, три, четыре. И обратно. Семь, раз, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, стоп, шесть, стоп, семь, восемь. Затем мы повторяем второе движение. Помним, да, второе? Косичка. Раз, два, три, четыре. И последнее движение будет. Чуть поближе взяли каток, под локоток друг друга. Йохар всегда ускоряться. Крепко, вам крепко. Нужно будет одновременно всем прыгать на двух ногах. Смотрим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, давай, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Кто успевает прыгать, может повернуться боком, просто выпускать работать плечами и руками. Так, Сережа, на шайры. Так, друзья, пропустили. Пропустите, пожалуйста. Итак, друзья, готовы? Алавский Йохар, друзья. Можно на музычку. Другую. Алавский Йохар. Эржена Жамьянова. Так, друзья, готовы? Раз, два, три, четыре. Молодцы! Левая! Правая! Левая! Правая! Молодцы! Еще нужно срать по кругу идти, да? Не забываем! Идем, идем, идем! Молодцы! Отлично! Приготовились второе движение. Пошли! Раз, два, три, четыре!
четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Спереди, сзади, спереди, сзади. Молодцы! Идем, 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 идем! Отлично! Идем в центр, в центр! Теперь назад, назад! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вперед! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Назад! Раз, два, три, четыре, косичка! Отлично! Молодцы! Приготовились, у вас есть движение, сейчас будем прыгать! Идем, идем, пока косичка идет, пока косичка. Беремся крепче за руки. Так, попрыгаем. Громче, вот он, быстрее. Громче, громче, громче. Где кто соседа? Давай. Быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Молодцы. Теперь можно бежать. Бежи по кругу быстро. Опаздываем, бежим, и бежим. Молодцы. Так, руки наверх подняли, друг другу поаплодировали. А теперь косичка. Идем, идем, идем. Музыка еще не закончилась. Так, молодцы, все остановились. Руки на...
Друзья, все вы большие молодцы. Каждый теперь давайте друг другу, пяти людям даст по пятюне, да? По пятюне все. Давайте, поехали. Друзья, все молодцы. Поблагодарите друг друга за этот замечательный вечер. Все молодцы, друзья. Поблагодарите друг друга. Давай, пятюня. Молодцы! Ну что ж, друзья, всем большое спасибо, что вы сегодня были с нами.